Для Ангелины Гришкевич лес – второй дом. В детстве, когда друзья уезжали на дачу, девушка брала корзинку и вместе с родителями шла за грибами и ягодами. После школы поступила в лесотехнический колледж, пошла по стопам мамы и папы. Работа в студотряде для нее не только заработок, но и профессиональный интерес. Пусть это заезженная фраза, но лес – наше богатство, особенно нашей страны. Это какие-то приобретения навыков, именно профессиональных. Освоение даже программы нашей, которая именно по специальности у нас идет. Будущие техники лесного хозяйства трудятся в составе студенческих отрядов на выделенной им территории в 40 гектаров, в группе 23 учащихся. Квалификационный экзамен – обязательная часть обучения, поэтому совместить практику и работу – идеальный педагогический план. Первоочередная задача – высадка новых деревьев. Пни на этом участке – остатки елей, которые достигли возраста рубки 81 год. Бревна отправились на переработку. Им на замену высаживают 7 тысяч сеянцев. И это только на здешней территории. Всего же в земле окажется 200 тысяч молодых деревьев. Не только елки, но дубы и березы. Важно соблюдать технологию. Расстояние между лунками как минимум 70 сантиметров. Корни полностью в почве и плотно присыпаны грунтом. За процессом следят опытные мастера. Работает по принципу восстановления всех вырубок. И нельзя делать так, чтобы вырубленный лес остался без лесовозобновления. Лесовозобновление может быть и естественным, и искусственным. Для создания естественного лесовозобновления оставляются семенники на площади, но этого недостаточно, поэтому создаются лесные культуры, то есть делается подготовка почвы, распахивают. Каждый вклад в восстановление массива имеет ценность. Сейчас это особенно актуально. Только Беларусь разобралась с последствиями январского урагана, как пришел майский. 1500 техники, от тележек до харвестеров, и столько же специалистов устраняют бурелом по всей стране. Больше всего сил и средств сосредоточено в Могилевской области, которая сильнее остальных пострадала этой весной. Почти 4 гектара территории требуют сплошной санитарной рубки. В этом году планируется высадить около 3 миллионов штук сеянцев и саженцев. Это основные лесообразующие породы наши, такие как сосна, ель, дуб, береза, ольха. Все эти сеянцы выращены на нашем лесном питомнике. Почти 40% территории нашей страны покрыты лесами. Это 10 миллионов гектаров. Они – гордость и ценность республики. Конечно, внимание к массиву – определенное направление государственной политики. А деревообработка – важная сфера белорусской экономики. Однако восстановление зеленых насаждений – забота каждого человека. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.